первый на готове. Мама была 2 дня назад день рождения, но я не успел сделать подарок. Сейчас мы ей вручим подарок, она даже не знает, что будет, но вначале будет маленький пранк. Опять забыла. Я знаю. Что-то подозреваю. Ты недавно попала в аварию. Я помню, как ты переживала. Пришло время подарить новую машину. Это твоя машина. У меня никогда не было черным бантиком. Тебе нравится? Каждый подарок дорог. Ты мне сказала, именно эту модель машины ты хочешь. Поэтому... Второй, выходи, второй! Как ты думаешь, что это? А тебе все нормально ждать. Ладно. Мам, новый BMW джип. Поздравляю, пупсик. Нравится? Очень. Да. Я хотела белый салон. Белый салон. Как? Все, мам. Торт, опа. Мама разучилась, давно не ездила.